Домашние булочки по этому рецепту получаются не сладкими и идеально подходят в качестве хлеба к супам и любым другим блюдам. Также на их основе готовят вкусные бургеры с различными начинками. По этому рецепту у вас получатся отличные булочки для гамбургеров. Конечно, для бутербродов можно использовать и магазинный хлеб, но домашняя выпечка всегда получается намного вкуснее. Да, к тому же, полезнее. Семена кунжута придают булочкам особый вкус и аромат. Чтобы узнать, как приготовить домашние булочки, просто прочтите этот рецепт. Список ингредиентов в конце видео. В миску влейте молоко и добавьте в него кусочки сливочного масла. Нагрейте его и подождите, чтобы масло полностью растворилось. Молоко не должно быть очень горячим. В отдельной пиалке подогрейте немного воду, добавьте в нее сахар и дрожжи, оставьте смесь в теплом месте, чтобы дрожжи активировались. Муку просейте через сито в миску с высокими бортиками, затем добавьте к ней соль и обе жидкие смеси. Замесите тесто и оставьте его в миске подходить в теплом месте, предварительно накрыв пищевой пленкой или полотенцем, тесто должно увеличиться в 2-3 раза. Ставим лайк и подписываемся. Тесто обомните руками, затем разделите его на 6 равных кусочков, сформируйте из них плоские лепешки. Выложите лепешки на противень, застеленный пергаментом, смажьте их сливочным маслом и посыпьте кунжутом, дайте им постоять минут 20, затем разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте булочки 15 минут. Жду ваших лайков и комментариев. Вот что нам понадобится. Мука пшеничная, 350 грамм, высшего сорта. Молоко, 100 миллилитров. Вода, 100 миллилитров. Масло сливочное, 40 грамм. Сухие дрожжи, 1 чайная ложка. Соль, 1 щепотка. Кунжутные семечки, по вкусу. Сахар, 1 чайная ложка. Количество порций, 6. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Пока-пока.